Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите телеканал 6 ТВ в эфире «Актуальное интервью». И сегодня у нас в студии Роман Дусенко. Привет, Роман. Привет, Вика, привет. Психолог, коуч, бизнес-тренер. И мы будем говорить о чем? Мы будем говорить о жизни. О жизни? Это самое, самое важное, что у нас сейчас есть, это, наверное, то, как мы проживаем эту жизнь. И все это делают по-разному. Но ты бизнес-тренер. Да. И бизнес — это первое. Ты знаешь, или нет? Да, бизнес — это первое, потому что вся моя жизнь — это связано с бизнесом. То есть у меня таких три больших этапа в своей жизни. Это предпринимательство. То есть, знаешь, по-другому, если немного вот, чтобы связать с нашим названием, там, бизнес-тренер, коуч и психолог. Когда, что такое коуч-психолог? Это когда к тебе человек приходит за тем, чтобы услышать о себе нечто другое, кто ему говорит в окружении. То есть за этим к тебе и приходят да, люди? Да, абсолютно да. И вот был у меня такой случай, представляешь, мужчина там достаточно высокой позиции в госструктурах, да, уровень... Силовых там, или просто государственных? Нет, это управление. То есть я в основном работаю, я понимаю только бизнес. То есть вот, и у него там очень давно на своем месте, у вас очень высокий статус, там вот одна из региональных администраций, там нашей западной части. И я понимаю, что вот он как бы хочет принять решение. И он уже как бы созрел сказать, вот, что вот для него важно. А он, знаешь... Он то есть решение именно свое, части... про себя. Про себя. Про себя. Про кто себя. Он такой, да? Да, кто он такой, что вот ему дальше делать. А он, знаешь, а вот это вот страхи, позиция жертвы. И ты всегда... А он как бы пытается улизнуть. Рамки. Есть же еще рамки, в которых ты стоишь совершенно вроде как не, и не от тебя они зависят. Хотя или только от тебя. Да, знаешь, про рамки прям буквально сейчас. У меня здесь есть один клиент, мы с ним работаем. И вчера была стратегическая сессия. И вот один из руководителей вышел. И я вижу, что он создал такие вокруг себя большие рамки, чтобы показать, какой он есть. А внутри он такой маленький. И вот этот... Разница между тем, как он есть на самом деле, и тем, что он о себе создал, у него столько энергии уходит, чтобы это поддерживать. Но давай вернемся туда немного. Ну, наверное, да. Если это представить, ты вроде как думаешь, что тебе все позволено, и ты хочешь этим показать, да. Что тебе все позволено. Но на самом деле ты делаешь не так. Да. Абсолютно. Так вот, и я понимаю, что, и, знаешь, иногда самый лучший коучинг и психология бывает, знаешь, сказать человеку нечто необычное такое, прям вот то, что он не ожидает. Я говорю, ты на рыбалке был когда-нибудь? Он такой опешил, говорит, а при чем здесь рыбалка? Я говорю, ну был или не был? Я говорю, был. Я говорю, помнишь вот этот момент, когда ты рыбу держишь вот себя в руке, крючок пытаешься снять, что она пытается сделать? Он говорит, выскользнуть. Я говорю, так и ты пытаешься выскользнуть. Вот ты сейчас сам от себя пытаешься выскользнуть. Вернусь на секунду к твоему вопросу, что такое для меня первичный бизнес. Это... У меня было три вопроса, на которые я себе в жизни ответил. Наверное, может быть, будет четвертый. А, то есть ты еще не сформулировал его? Нет, четвертый пока еще нет. Это три больших этапа жизни. Первый, я был студентом, и я хотел заработать денег. Соответственно, моя стратегия жизни... А учился ты, если не секрет, на кого? Первое мое образование – это учитель истории социально-политических дисциплин. Там потом дальше финансовая, Америка, Анкоридж наш любимый, Япония, Италия, MBA, Executive MBA Московской бизнес-школы Сколково, президентская программа. В общем, много всего. То есть ты учился много? Очень много, да. И продолжаю это делать каждый день. Вот вчера у меня, например, была менторская сессия. И тогда, когда я сказал, я хочу денег... Стратегия жизни на 10 лет прописалась. То есть я занимался только деньгами. Мне было все равно, что делать, но мы делали разумные вещи. Как бы поднимались, банкротились, поднимались до высоких вершин, оставались без денег. Но все равно какие-то принципы были. Безусловно. Ты же не зарабатывал деньги. Нет. То, о чем мы говорим, секс, рок-н-ролл и наркотики, нет, на этом мы не зарабатывали. Сначала это были, не поверишь, первый мой бизнес – это вагон женских гигиенических средств. Я узнал об этом все. Ты, можно сказать, профи. Безусловно. Всегда можно к этому вернуться, Роман, если вдруг что-то не пойдет с бизнес-тренингом. Мне жена, мы иногда говорит, знаешь, слушай, в жизни столько всего переживает. Я говорю, не переживай, у меня столько профессий, что мы всегда прокормимся. То есть от дворника до учителя истории. Там. В общем, второе мое решение было, я когда полетел в Японию, мне нужна была кредитная карта. Я зашел в банк. И встретил женщину, руководитель кредитного отдела, который когда-то нам на ту фирму, которая в результате обанкротилась, выдала огромный кредит, в результате которого мы стали там, ну, обанкротили, потеряли бизнес. И я уже в Америке поучился, все остальное, и она говорит про банк, и там что-то рассказывает мне, обеденный перерыв, она закрывает на ключик банк, садит, надевает тапочки, курочку достает, такой, подождите, а клиенты, а сервис, а где такой умный, у меня есть должность зам. Управляющего, приходи.
И так я попал в банк. Второе мое решение было... Это было вообще случайно, абсолютное случайно. Вот, знаешь, это абсолютное случайно. А ты вообще веришь в жизни в случайности? Я жену свою в лифте встретил. Просто зашел в лифт. То есть ты в это не непосредственно веришь, да? Да, 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 да. И... как бы, и представляешь, я приехал, говорю, так, я хочу работать у вас. Они все, ну, как в смысле? Ну, я говорю, просто у вас там вакансии, да, я хочу у вас работать. Представляешь, вот так человек заходит к тебе, там, говорит, тогда вот здесь вот на Ким Ючена, здесь был банк, это еще тогда общество взаимного кредита, теперь это Росбанк, все это, и там председатель правления спустился, очень известный человек сейчас. Он говорит, ну и что? Я говорю, да вот я хочу работать. Он говорит, да сколько тебе зарплаты? Я говорю, да мне все равно, у меня бизнес есть. Нет, ну ты знаешь, я, может быть, тоже такого работника хочу. Но это моя вообще мечта. Приходят работники и говорят, а мне все равно, сколько ты мне платишь. Невозможно было совмещать, пришлось продать. Так вот, вторым моим решением, я еще даже на работу не пришел. Я сказал, я буду руководителем банка. И в результате я был несколько должностей, занимал председателя правления российских банков. И потом третье решение. Когда-то, я уже знаю, что это 2013 год, я... ты все-таки из банка ты ушел? Да, я ушел сам с позиции председателя. Почему? Я себе расскажу. Я в какой-то момент понял, что мне хочется делиться знаниями, которые у меня есть. А второе, я создал... А, такой типа я гуру, да? Да. А вы меня слушаете, да, да все? Да, да. Слава богу, что у меня были деньги, чтобы это потом семья прожила. Но к тому времени я запустил первый проект такой, знаешь, «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Я исследовал... То есть ты запустил онлайн-проект? Онлайн-проект. Это был... Мы вот в воскресенье, в пятницу, вернее, прошу прощения, мы ставили камеры, снимали, я приглашал известных людей в Москве. И мы изучали историю личного успеха. И в какой-то момент я понял, что я хочу сидеть на месте не того, кто интервьюирует, а вот сейчас, где я сижу. И третьим моим решением в жизни... Ты знаешь, это вот мысль, я тоже об этом подумала, да? Абсолютно, да. Третьим моим решением сказал, я хочу быть бизнес-консультантом. И все, я вот в 2013 году уволился с позиции председателя правления банка и 10 лет занимаюсь тем, что я как бы сейчас... Что а тебе не встречались такие клиенты, которые, например, говорили, да чему ты можешь меня научить? Вообще, ты же... Я тут такой великий гуру, я уже такого достиг. Все такие. Все такие, да? Все такие. То есть других, в бизнесе, наверное, других в бизнесе просто других нет. Единственное, что, почему предприниматели в какой-то момент снимают корону и понимают... А все снимают? Ну, приходится иногда щелчком помогать. А иногда нужно спилить. Ну, любые фразы, любые глаголы, которые помогают пропушить. Ну, смотри, у человека всегда есть выбор. Выбор определяется тем, что для тебя важно. И если для него важно спасти бизнес, то он приходит и говорит, слушай, помоги. А если для него важно продолжать быть таким, каким есть, рано или поздно он окажется за бортом. Вот все очень просто. Но иногда люди могут и сами поменяться. Только в двух случаях. Если происходит что-то очень хорошее или что-то очень плохое, к сожалению. Ну да, наверное, ты прав. А если вот говорить о целях, это очень важно для бизнесмена иметь эту цель впереди. Или знаешь, как в случае с самураем. У самурая нет цели, есть только путь. Путь. Вот видишь, мы такие сложные, вот мы русские, да, и я вот всегда... Ну да, вот, мы русские, да, сложные. Потому что мы, знаешь, условно говоря, там, ну, какой-нибудь бюргер родился там, у него все понятно. Он там через, там, закончит институт, придет на работу, у него будет зарплата 3000 евро, через 5 лет 5000 евро, через 10 лет 15 тысяч евро, в 55 он выйдет на пенсию, у него будет дом, ипотека, БМВ, все понятно. И цели, в принципе, там только такие, быть достойным бюргером, там, позицию гражданскую, наверное, что-то для себя, воспитывать правильно детей, там, ходить в церковь там, по выходным. Мы другие. Мы вообще другие. Нас болтает вот оттуда сюда. Причем это видно по всей нашей истории, да, если взять. Да, от империи до демократии, от коммуны и все общее до там, социалистического реализма. Ну да, нам, наверное, надо. И бизнесу нашему нужно сразу все. Все. Поэтому почему мы голодные до жизни? Почему, когда у человека появляются деньги, он становится и благотворителем, и охотником, и рыболовом, и у него яхты, машины, и женщины. Все, конечно, Вика. Женщины. Это вот, знаешь, тема секса, вот можно так сказать, бизнес равно секс. То есть, потому что то есть, бесполезно. Вот скажи, пожалуйста, наших, наверное, зрительниц безумно интересует такой вопрос. Вот у меня муж успешный бизнесмен, но он не может быть мне верен. Это, наверное... Не-не-не-не-не, это не про это. Да? Не-не-не, это не про то. Есть надежда. Нет, это, во-первых, он тебе безусловно верен.
Где-то в глубине своей души. И это его позиция. Он никогда не скажет, что ты вот же умный мужчина, он с тобой столько лет живет, с такой умной женщиной. Это раз. Второе. Неверность – это не про это. Вот секс... Вот, ты невероятно... А, ну то есть надо все-таки делить, да? Ты невероятно привлекательна. Я уверен, что понятие, как бы, знаешь, вот этого флера, или как это сказать, вот когда женщина показывает, что ей мужчина не безразличен, как это? Вот легкое такое соблазнение, что-то такое. Ну да, верно, оно присутствует очень часто. Да, и вот сама по себе разрядка, она не приносит столько удовольствия, сколько все то, что предшествует этому. Ну, наверное, если с этой точки... Но для мужчин же по-другому. Нет, сейчас, подожди. Да, так ты вот... не понимаешь с точки зрения женщины. Я тебе про бизнес рассказываю. Мы вообще, да, мы про бизнес. Мы про бизнес. Так вот... Уже когда вы там курите, отвернувшись, там, вы говорили, как это было классно, это уже как бы абсолютный спад эмоций. Но весь прикол заключается в том, что когда идет охота. Mm-hmm. И бизнес – это про охоту, понимаешь? Когда у человека возникает идея… То есть все-таки процесс. Он важнее, чем цель. Конечно. Я тебе вот про это хотела сказать. Она его настолько вовлекает, и мы возвращаемся к русским. О целях ты меня спросила. Мы с одной стороны, и самураи, потому что у нас есть вот это… Если что. А второе, мы пытаемся быть такими, знаешь, там, приличными протестантами, ходить по воскресеньям, там, молиться и думать, там, одевать красивый костюм с галстуком. Как ты говоришь, многие люди официально они такие, но мы точно знаем, что без одежды мы все одинаковые. Конечно. Да. Так вот, бизнес – это про то, когда по-настоящему… Вот я, наверное, буду… Можно поделить предпринимателей на разные вещи. Те, кто реально делает бабки… То есть им просто, им процесс денег, то есть деньги. А есть те, кто кому нравится, что они делают. Идея, понимаешь, там, ну, предприниматели, которые там создают какие-то вещи, там, они постоянно увлекаются. Вот это вот настоящее, это вот прелюдия. Вот они поймали эту идею, они ее доводят, они там создают контакт, люди вокруг них, деньги, эмоции. И вот это все является... И это самое важное. Это самый кайф. И вот когда я вижу предпринимателей, которые... В этом процессе, не те, которые получили разрядку. Те, которые получили разрядку, у меня есть одна знакомая девушка, она возглавляет премиум-офис одного из российских крупнейших банков. Говорит, Ром, а деньги-то все 75+, теперь. Ну что там в 75+, у мужиков там деньги, о чем они думают? Да, понятно, интересно, но это не та энергия. Вся энергия, вот она, 35-50, вот там вся жизнь, понимаешь? Ну да, это интересно, конечно. Ты как бы наблюдаешь за этим бизнесом, а есть что-то, например, что тебе категорически не нравится иногда в твоих клиентах? Мне может все не нравится, но если человек ко мне пришел, и я принял решение ему помочь, вот это нравится, мне не нравится. Нужно это отбросить, это, да? Знаешь, представь, что ты доктор на фронте, да, и ты видишь, условно говоря, раненого человека, он обезображен, он тебе может не нравиться, но ты дал клятву Гиппократа, ты должен его спасти. И так и я. То есть он мне может не нравиться, но я понимаю, что сейчас я ему нужен. Если ты видишь, что человек, ну, так скажем, ну, не очень хороший, вот, и нету такого, что вот, ну, вот все-таки... личная симпатия или антипатия как-то влияют на твою работу? Я человек. Ну, конечно. Да. И, конечно же, да. Но, условно говоря, адвокаты защищают преступников. И если ко мне пришел человек, который мне не нравится, который по моральным ценностям мне не подходит, но ему нужна помощь, и я я принял решение ему помочь, то для меня это, знаешь, все-таки здесь такая... Мы же опять про русских, да? Вот мы там, да, у нас колбасим от востока до запада. И вот мне кажется, вот ортодоксальные, как мы называем, нас называют греки, называют ортодоксальными христианами. Ну, они тоже, то есть мы ортодоксы. А мы-то, считая себя так, не знаем, мы считаем ортодоксы это евреи с пейсами, да? Нет. Ты знаешь, я встречала такое высказывание Капицы. Помнишь, был такой математик советский? О том, что мы все... Очевидно, невероятно. Да, мы все православные... советские православные мусульмане. Да кто угодно вообще. Ты знаешь, чем больше я узнаю мировых религий, тем больше понимаю, что, конечно, все об одном и том же. Да. Так вот, и получается, отвечая тебе на вопрос, ты здесь уже просто видишь не вот эту оболочку. Ведь, знаешь, сейчас, извини, пожалуйста, мысль очень быстро скачет. Недавно проводил одну такую стратегическую сессию с человеком. Это когда мы выезжаем на день в отель. Иногда мне в разные страны предлагают, но это уже там не важно. То есть вот целый день есть с человеком. И у человека есть сестра. И как он говорит, она, знаешь, такая из бывших хулиганок, такая неустроенная, все остальное. А оказалось, это все очень просто. Это детские травмы. Когда его родители взяли и увезли на полтора года в заграничную командировку, а ее оставили.
И ребенок в 5 лет понял, что его бросили. И все, что она и все, что делается в жизни, оно делается потому, что в 5 лет ее бросили. И паттерн поведения, что она пытается любыми способами доказать, что она нужна. И это, знаешь, как в разных психологических школах есть разные объяснения. Там, ну вот, например, транзактный анализ, он говорит, есть позитивные вещи, когда тебя поглаживают, а есть пинки. То есть это не важно что, но ты через скандал, через негатив получаешь ту энергию подтверждения, что ты нужен жизни, нужен этому обществу. Так вот, как раз проблема не в том, что он такой. Проблема в том, что, возможно, когда-то с ним что-то произошло, что он стал таким неосознанно. И почему психолог... Я всегда говорю, ребята, ну, 3000 рублей отдайте психологу. Идите, сходите, разберитесь в себе. То есть, ну, ответьте себе на простые вопросы, и у вас будет выбор, по крайней мере. Знаешь, когда у тебя есть выбор, как себя вести, осознавая, кто ты, всегда проще. И потом нельзя будет сказать, я не знал. Это уже твой выбор, это уже ты отвечаешь. Ну да, наверное. А ты же все равно, ты как бизнес-тренер, ты ведешь какие-то соцсети, вот то да, у нас конечно, есть твой да. телеграм-канал. Да, да. Да, то есть, и ты как, ты прям такой осознанный, вот можно сказать, SMM-менеджер своих соцсетей. Я осознанный SMM-менеджер своих соцсетей, потому что, будучи в должности председателя правления банка, это был Химэкзимбанк, я открыл вот этот свой проект в бизнес-завтрак. И я тогда еще была сеть LinkedIn. Я там написал объявление и назначил встречу. И мы пришли. И я потом в тех запрещенных сейчас там сетях, которые эти, писал сообщение всем, отвечал, спасибо, что подписались на мою страницу. То есть я это все прошел вот от самых-самых низов. Это был 2012 год. И все-таки, если вернуться вот к вопросу, наверное, для каждого человека самое главное, вот он счастлив или нет в бизнесе, в жизни. Ты в жизни счастлив? Я абсолютно счастлив. И вот но у тебя вторая семья. Это вторая семья. Так получилось в жизни, да. У меня есть прекрасные дети, за что я безумно благодарен своей первой жене. И сейчас я проживаю какое-то новое состояние с тем человеком, которого я люблю, который стоит в лифте. Вот, да, да. А ты в лифте, когда встретил свою будущую жену, сразу понял, что вот это та женщина, которая тебе нужна? Я ей говорю, что да, а она мне говорит, что ты врешь. Знаешь, у нас это было молниеносно. Да потому что мужчинам верить просто нельзя, понимаешь, Роман? Да, и но. Ну, то есть, все-таки иногда можно. Ты знаешь, как тебе сказать? Так получилось, что ты когда просто вот... Иногда ты сам не осознаешь, что что ты делаешь, прокладывает такой путь в твое будущее. Это я называю контракты с жизнью. Когда ты в состоянии эмоционального подъема, что-то для себя решаешь, и потом это решение, оно тебя ведет по жизни до тех пор, пока ты не осознал. Но в чем прелесть? Это твое решение, ты можешь всегда перезаключить свой контракт. То есть ты про то, что мы все-таки иногда должны делать то, что мы хотим. Да мы всегда не должны. Мы должны... Осознанный выбор человека делать то, что он хочет. То есть, но иногда человек бывает в такой ситуации, говорит, нет, я этого делать не должен. Это, например, неправильно. Это либо, это, знаешь, как там, либо аморально, либо приводит к ожирению. Вот. Но, может быть, иногда все-таки стоит сделать то, что хочешь? Если ты делаешь то, что хочешь, ты открываешь свою маленькую дверку своему счастью. Следующий шаг будет дверка побольше. То есть ты помнишь, как Алиса? Она была маленькая, потом росла. У нас в Москве есть невероятно интересное кафе. Называется Чайковский на Маяковке. Почему я про него сейчас помню? Там огромный туалет с большим количеством дверей, без указания МЖ. Когда мне мои коллеги или клиенты говорят, да я не знаю, как поступить, там я туда бьюсь, дверь закрыта. Я говорю, сходите в кафе. Спуститесь в туалет, и вы мне потом расскажете. Приходит и говорит, слушай, ломлюсь в одну дверь, она закрыта. И вдруг следующая дверь открывается. Я говорю, вот так и в жизни. У тебя одна дверь закрыта, а другая может открыться. Наверное, это и есть самое главное. Что и не допускать для себя возможности открытия новых дверей. Вот какую дверь ты хочешь открыть? Не знаю. Ну, правда, вот сейчас не могу тебе сказать, Роман, не знаю. Это важно знать, какую дверь? Может быть, просто стоит об этом иногда думать. А, ну то есть все-таки думать об этом нужно. И какую-то цель перед собой ставить, маленькую или большую? Ставить цели бессмысленно. Вот понимаешь, я сказал... Ну то есть в смысле, если я поставила цель, что мне нужно похудеть на 5 килограмм к Новому году, просто не нужно цель, ее. Просто цель, она вообще не работает. Вот
мы так устроены, что внутри у нас есть там такой набор, как бы, знаешь, программа посещения. Душа, дух. А внутри этого всего лежат ценности, убеждения, смысл жизни, предназначение. И если ты что-то захочешь, то, что соответствует твоему внутреннему миру, откликается твоими ценностями, делает тебя лучше, тебе не надо будет уговаривать себя что-то делать. Ты просто, вот эта цель, она настолько органично появится в тебе, настолько просто, ты будешь, елки, так это то, что я всегда хотела. И раз, жизнь такая, пожалуйста, тебе, сбавь тебе. Спасибо, Роман. Спасибо тебе за такую прекрасную беседу. Безумно интересно. Я думаю, что наши телезрители, а также подписчики на твоем телеграм-канале. Ты мне потом пришлешь видео, я обязательно везде размещу. А знаешь, какой сделаю подпись? С Викторией, которая счастлива. Спасибо, Роман. Уважаемые телезрители, вы смотрели телеканал 6 ТВ «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами и будьте счастливы.